Эти, кто вы, откуда и что? У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Вы не против, что... Вы в YouTube, что ли, будете выставлять потом наш разговор? Там видно будет. Но мы ничего не добавляем, что хорошо. То мы как вот беседуем, так и выставляем. Не против? Нет, ну, как бы я не хотел бы, чтобы меня все смотрели. Зачем? Нет, я это... лично к вам позвоню. Нет, понимаете, вы не дождались. А вы сначала мне бы написали. Я бы скинул вам условия наши. Глазок должен быть. Если не согласен, то нет. Это наши правила. Нам что прятаться? Нет, я не согласен, чтобы меня... Нет, вы меня можете снимать для себя, для своих. Нет, выставлять? Зачем, чтобы... Нет, ну тогда все, разговор окончен, раз не хотите так. Наши правила не принимаете вы. Жалко, конечно. Может, у вас что-то серьезное было. Нет, я с вами бы хотел поговорить на разные вещи. Я не хотел бы, чтобы меня все, скажем, смотрели бы там. Да не надо, выдумывать. Мы перед Богом открыты. Еще вы, интересно. Сидит трезвый мужик, не валяется, не голый. Еще вы боитесь-то? На вас приятно посмотреть. Ну, уж такая скромность, как... Согласен, я... Ну, тогда говорите. Я не то, что не хотел бы. Зачем смысл? Ну, вы лично... Чтобы все слушали. Вы лично ничего не говорите. Говорите по делу. О душе, о спасении. Я вам буду отвечать. Ну, вот в данный момент какая ситуация, вот, скажем, в России идет и к христианству отношение. То есть христианские люди в данный момент идет... Полное, как бы сказать, отступление. То есть многие русские девушки уходят в мусульманство, замуж выходят за другие национальности, но не как, скажем, за русских. То есть русские сейчас люди, и христианство идет в минус. И что? Получается, что вы как бы делаете, чтобы привлечь не только вот у вас в Барнауле и в вашем крае. Я вижу, у вас собрания, все хорошо, люди, детей приучаете к вере, к традициям. Но за всю Россию, как бы вы не можете, да, отвечать, но тем не менее во многих российских регионах, и не только в постсоветском регионе, тенденция такая, что христианство идет в минус. Знаете, я вот знаю... у нас, скажем, многие другие национальности приходят в христианство, но большинство уходят люди от христианства. А уходят вы... мусульман, уходят другие секты. А где вы живете? В Алмате, в Алмате. Вот какое дело-то. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих, написано: «Всем нам надлежит предстать пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть за себя отвечать будет. А много, мало, это все относительно. По сравнению с муравьями нас мало. Геннадий Тихонович, я сейчас в данный момент занят по работе, ко мне сейчас люди приехали. Я просто позвонил, убедился, может, это за вас кто-то другой отвечает. Позвонил, а потом выберу время, мы позвоним и более глубже поговорим. Ну хорошо, вы этот вопрос, знаете, решайте для себя. Может, мы говорим, прошли мы от Владивостока до Лиссабона, 650 городов посетили, в интернете работаем. У меня только в Ютубе, если все благополучно, 46 миллионов просмотров, миллионов. Я больше ничего не могу сделать. А там такие правила, что могут сегодня вот так хребет переломить тебе. Я 15 тысяч человек в черный список отправил только, сколько врагов. Матерятся, что попало делают. На любой ролик. Златоусы поставили. Я на Златоусы считаю, не матерятся. Ну, а он в 5 веке жил. Ну, я смотрю на ваши ролики, про вас читал. Вы очень мне, как духовный человек, таких старцев, как вы, очень мало по России. Разумны, в разуме именно. А я не многие стар... уже в вашем, возрасте многие и ума не имеют. Не то, что веры и лежат, а у вас активность и вера, вот этот стержень такой, и вы толкаете людей. Это очень благо сильное. Знаете что, я не считаю себя старцем, вот в чем дело-то. Я где-то на 30 годах застрял. Я не имею в виду, что вы старец такой, старик, а именно вот старец мудрый. Ну ладно тогда, пускай так будет. Ладненько, извините, ко мне по работе приехали, всё. Я не могу всё. С вами сейчас долго всё, говорить. Все. Я вам как бы позвонил. Да. С Богом. Я просто позвонил убедиться, что это вы. Я самый.
А то, может быть, за вас кто-то другой отвечает. Мало ли таких шпионов, мошенников разных хватает людей. Картинку выставляют за другого человека и пишут там всякое. Я просто убедился вот теперь, что вы на скайпе. Я на скайпе и на других ресурсах. Мне помогают и администрация там ВКонтакте, в Фейсбуке, Твиттер, и там у нас везде есть ресурсы. И нам есть что сказать. Вот у меня в Ютубе по сегодняшний день было 20 тысяч 434 ролика. Вообрази. Это нигде в интернете даже 10 тысяч нету. То есть у нас все время новая прибыль, отвечаем на вопросы, встречи, беседы. Ну вот так. С Богом. Даст Бог, я буду... Может, летом, дай бог, как бог позволит, я бы тоже хотел к вам заехать. У меня в Бийске есть родственники, в Барнауле. Ну, я бы и до вас бы добрался, если бы вы не против были, посетил бы вас. И вообще я хочу Горный Алтай посетить, у меня там есть родственники, а я там не был ни разу. Мне нравится тот регион и хотел бы к вам заехать, уникальное такое место. Так еще до этого, смотрите, февраль, март, апрель, май, июнь, полгода. Вы сегодня не брейтесь, чтобы у вас борода была. А, вы только с бородой, да? Ну, а как меня сразу там начнут долбить? Кто приехал-то? Скоблец какой? Зачем он? А если я буду вот здесь с бородой ходить по городу, как-то немножко это... Никак. Именно так. Христос... У нас с бородой, получается, ты как будто как к другой конфессии... А конфессии нет никакой. Это сатана прикрыл конфессии, деноминации. Это слово ересь прикрыли. Есть православие, истинная церковь и еретики. Больше ничего нету. А это конфессии, деноминации, все это бред. Борода должна быть. Христос с бородой, апостолы с бородами, пророки с бородами. Иоанн Кронштадтский. Посмотрите, Николай Гурьянов. Современные все, монахи все с бородами. А что нам католикам безбожным подражать? Не надо. Все, я вас услышал. Вот когда зайдете без бороды, тогда вам легче будет со мной договариваться. И вы курите, нет? Все, я понял. Курите? Нет, я не курю. Ну вот проще, бороду только не трогайте больше с сегодняшнего дня. И вы хоть пусть посмотрите, кто вы такой, подкаблучник или нет. Нет, я не подкаблучник. А, по бороде вторая мама в доме. Давай, с Богом. Все, давайте, с Богом. Спаси, Христос.